Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем дневном канале, а мы продолжаем проходить замечательную игру State of Decay 2. В этой серии, что я думал, что мы поделаем? Надо все-таки нам очень много материала, поэтому нам нужно будет, во-первых, бензина намутить. Вот эти здания быстренько прям пробежаться в темпе. Вот это. Все здесь прошерстить. Поговорить с посредником. В первую очередь, наверное, к нему пойдем. Поговорим с ним, посмотрим, что за задание он дает. Заберем материалы. Тут всякое пособираем. И нам нужно вот сюда. Вот сходим к посреднику, заберемся на вышку мобильной связи, посмотрим, что здесь вообще происходит. Кстати, вышка. Вышка. Ага. Если мне память не изменяет, то она мне, в принципе, может даже услужить сейчас, так как у нас есть. Видите, вышка мобильной связи, а это какая? Вышка, да. То есть мы можем включить услугу, чтобы сердца не просыпались, и тем самым сходить уничтожить там. Ну, хотя бы вот это чисто одно, чтобы задание выплатить, а одно чумное сердце, посмотреть, что тут будет. Заодно узнаем, что здесь происходит. Надо будет еще сюда подняться, посмотреть. Дел не в проворот. Еще что я заметил. Смотрите, вот чувак, которого имени-то у нас нет, как его там зовут? Коннор Эллиот его зовут. У него есть бонус героя. То есть он... Общий расход еды уменьшает минус 25, а максимально минус 75%. Я не знаю, как это меняется. Тогда фигня, чем пускать кого не попадая на кухню. Короче, не знаю, что это значит, но посмотрим. У нас мы его сейчас выберем. Заодно посмотрим, что за задание, потому что малышка у нас уже совсем грустненькая ходит. Но она столько относительно там поделала делов в прошлой серии. Кто был, смотрел, там, помните, да, там экшен был, все дела. Так что в этой серии немножко все поспокойнее будет. Так, давай-ка мы тебе отдадим. А что у меня столько автоматов? А, ну все, понял. Так, вот тебе на, и вот тебе молот. Чтобы это был вообще огонь. Так. Молоточек тебе дадим. Он вроде физически развитый, плюс еще надо будет его там подкачать чуть-чуть. Сейчас посмотрим, что я могу ей дать. Хотим ей эмочку дадим. Какая она с эмочкой ходит. А я тут поставим молот. Господи, что нам жалко, что ли? Да, я еще заметил, что там у меня, когда я в прошлой серии играл, там просто жестко у меня джойстик слышно. Ну, сам, понимаете, я там как псих нажимал, тут кнопки, блин, все подряд. Поэтому, так, переключиться, вы начнете его задание. Да, переключиться. Обязание... Так, думаю, я смогу отыскать дом тетушки. Если она еще здесь, надо пригласить ее в нашу группу. Тетушку. А, ну, давайте посмотрим. Это здесь? Уничтожьте чумное сердце. Это понятно. Вот она здесь, да? Блин, можно съездить, кстати. Вообще легко. Там, в принципе, зачищено все. Так, ну для начала поедем к посреднику. Мне не нравится, что они все полудохлые. Здесь можно как-то массово вылечить всех. 3. Нам нужен медик, это точно. У нас слишком много раненых.
и слишком дорого это все стоит. Давайте на эту серию исключения просто его вылечим, чтобы он у нас был молодцом. Так, и что, мне надо что-нибудь взять, наверное, какой-нибудь энергетик хотя бы, да? Чтобы на всякий случай. Так, так. Так, Джоэл восстанавливается. Отлично, возьмем энергетики. А, все, в принципе. Там Джаггернаут, походу, где-то вылез, да? Да, к сожалению, я не могу ничего сделать со звуком, потому что практически на коленках у меня тут все сделано. У меня нету кронштейна, или как он там называется, для микрофона. Микрофон просто у меня на столе стоит, и все. С этим как бы особо ничего не поделаешь. Сорян. У нас с топливом. Блин, топливо надо. Это плохо. Сейчас пойдем, там заправка будет. Раздобудем топливо. Восполним немножечко запасы наши. Так, и что у нас с аванпостом? Работают они? Так, этот еще 40 минут, отлично. Поехали. Опа. Пускай он упадет. Что-то он не взорвался, как будто бы. Ладно. Вот сейчас здесь чистенько все. Ну, как сказать, чистенько. Нету вот этой вот этого смога, или как это называется, чумной смог какой-то. Так, кто-то там что-то нас что-то требует там от нас, да? И все, короче, умные. Так, что-то собачка, да, по-моему. Ага. Бам. Забавно, она сдохла. Так, блин, я же не поставил метку. Так, вот сюда. Блин, а там заезд? А, вот он. Заезд, получается, где-то вот здесь вот есть. Наверх можно заехать здесь аккуратненько. То самое интересное, этот посредник, у которого только оружие всякого, блин, он даже пальцем не поведет, он просто стоит. О, он теперь в другом костюме, стоял до этого в белом костюме. Костюмчик ничего такой. Так, что за награды, показать награды? Так, давай, что у тебя новенькое есть? Тут костюмчики можно всякие. О, вторая мировая, смотрите-ка. А, армейский зеленый, это что такое? Так, экипировка, армейский набор, Вторая мировая, канонический образ храброго бойца. Экипировка, головной убор, винтаж. Так, проехать на машине 5 километров, далеко вообще. Подорвать крикунов взрывчаткой. А это что за пушечка такая? Застрелить зомби из автоматов. Пока что я этим не готов заниматься. Тут у нас наборы чисто... Чисто головной убор, да? С оригинальными очками. Не написано, что это такое, почему-то название. Ну ладно. Так, что тут еще есть? Набор день рождения. Смотрите-ка. Задавить выродков машиной. Вот, это мы выполним. Заодно тачку получим. Какой-то пикап. Пикап, так, этот, наверное, который с этим. Так, как это называется, с передней там какой-то защитой, не помню. Куртка Кракен,
синий с розовым. Пиратская куртка. Ух, пиратская куртка. Я вот это хочу. Изготовить аптечки. Блин, поиски материала. Да пофигу. Хотел каких-нибудь костюмчиков. Тренчкот, черная шерсть. Вот, по сути, как бы на это оружие особо пофигу. Вот. Ну, я бы пиратского вот намотил. Треуголка Sea of Thieves. Бандана Буканьера. Орден душ. Убить бронированных зедов, пригнувшись. А, так, убить бронированных зедов с помощью взрывчатки. Угу. Я хочу изготовить аптечки. Мы это сможем сделать? Наверное, и да. Но это потом тогда сделаем. Пока что из того, что мы сможем сейчас выполнить. Модификация бета. Так, это узкоспециализированная производственная станция создает огненные зомби-убийственные праздничные торты. Чего? Так, понятно. Есть еще тут всякое оружие, да? Застрелить зомби, всякое такое. Так, и что тут еще? Набор ломбард. Так, убить джиггернаутов из винтовки. Тоже пока рановато. Тренчкот. Всякие какие-то алебарды есть. Холодное тяжелое оружие. Убить зомби тяжелым оружием. Хотя вот это выполняем. Потому что я его выполняю, в принципе. Постоянно делаю. Так, задавить бронированных зедов машиной. Уничтожить чумные сердца тяжелым оружием. У! Это тоже выполняем. Да, конечно. Так, и тут где-то... Вот, есть такая штучка. Сейчас заедем туда, попробуем смотреть. Надо нам на заправку потом заезжать. Надо потом на заправку ехать. Здесь, кстати, есть медикаменты. Опа. Эш. Так. Один есть. На. По затылкам. Опа. А, иди сюда. Бам. Колотушечкой по головешечке. Ищем сейчас. Просто по пути заберем материала, чтобы туда потом не заезжать. Отлично, с первого раза же забрал. Если с первого раза, значит, наверное, там есть еще. По крайней мере, я на это надеюсь. В общем, не собираюсь я пока что от этого человечка избавляться. В прошлой серии мы скинули токсичную девчонку. И, в принципе, вроде у всех все нормально стало. Все спокойнее такие стали. Вообще. В общем, отлично все. А этот, ну, он хоть и слабоват, но если он на 75% может снизить расход еды. Блин, ну это круто. Можно будет крафтить кучу всего из еды. Так. Окей, вот она вышечка. Сейчас заедем, посмотрим, что. Тут вроде как бензин можно найти, нет? Так, день 9. Так, иди сюда. Бум. Заколотили его. Отлично, аванпост радиостанции. Хорошее место, я думаю, для аванпоста.
чтобы на всякий случай пользоваться услугой, как это называется, глушилка там какая-то, чтобы чумные сердца не пробуждались при убийстве зомби. Личная вещь. Да ладно. За тачку. Понятно. Screamer. How fantastic. How fantastic. Так, сейчас мы здесь найдем чумные сердца. Я надеюсь. Вот оно. Смотрим. Да, оно здесь. Значит, второе здесь. Не знаю, оно попадает, не попадает. А, не, не попадает. Значит, оно не пробудится. Так, здесь у нас есть какие-то челики. Группа бывших заключенных, которые предлагают нам помощь в борьбе с кровавой чумой в обмен на боеприпасы. Угу, угу. Интересно. Интересные люди. Так, а здесь у нас вышечка. Вышечка. Блин, она нам пригодится. Для этого нужны материалы. Просто миллиард. Сейчас поедем. Значит, сюда заедем, посмотрим. И по пути можно вот забрать здесь материалы. Но придется вот собачку нам чуть-чуть погонять. До аванпоста. Чтобы она сдохла. Такая интересная физика машин в этой игре, кстати, заметил. Прикольная. Не, конечно, не GTA 5, но очень даже ничего. Приятно, приятно очень ездить. Так, простенько. Оп. Готов. Чё? Так. Блин, чё, зачем ты орёшь? Этот джойстик так завибрировал. Бам, как я его. Офигеть. Так, тут у нас всякое есть. Бензолиум. Сейчас мы это узнаем, посмотрим. Постреляем пока с арбалета, наверное. Умерли твои друзья, да? Оп-оп-оп. Отлично. Так. День подходит к концу. Отлично. Бензинчик есть. I guess I can take a quick breather. Ага, так. Спокойненько, сейчас не будем шуметь. Ошибки нам не нужны. Привлекать лишнее внимание не будет, потому что вон они прям почему-то сначала сюда шли, как будто бы, а потом развернулись и ушли. Можно было бы, конечно, привлечь сейчас целую кучу зэдов на свою жопу. Где еще? Я не вижу. Ой, сверху? Офигеть. Так, ну-ка. Вдруг там зак будет. Такого не может быть, конечно. Мало ли. Видимо, кто-то здесь что-то... А, здесь кто-то жил, смотрите. Выживал. Удобное место. В принципе, спустился вниз за заправочку. Там чипсончики взял, обратно поднялся. Нормально.
Так, дружище, а ты что тут потерял? Заколотили. Так, поехали теперь. Понятно, здесь. Сейчас отведем лишних зомбиков до аванпоста. И пускай они там все подыхают. Так, где вы тут? Ага, вот вы где, да? Давайте идите сюда. Так, есть. Пойдем с той стороны, объедем. Офигеть. Чуть не врезался. Такое чувство, что их тут дофига. Чё они там? Спят, что ли? А, вон же он. Так, ну они не спят, они ходят, да? А где ты там? Ага. Ну-ка. Куда ты там? Ну, куда-нибудь иди вперед, что ли. Вот так вот. Устроили тут. Так. Мне бы еще здесь пару мешочков раздобыть. Было бы нормально. Мало, конечно, но... Материалов сейчас надо очень много. Мне целую базу надо строить. Все отстраивать. Из-за низкого боевого духа? А что такое? Что случилось-то? Пипец, ты же там главная. Ты вообще должна быть... тех поддерживать должна. Странная, странная девчонка. Я думаю, надо сейчас подкачать вот этого типа и смотреть, ну, будет ли работать его дебаф на расход еды. Отлично, 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 отлично. Что у нас по бензику? По бензику, короче, все нормально. Поехали. Разведаем дом тетушки. Вау! Это был занос. Так, вроде я правильно еду. Сюда, потом налево. И надо, наверное, идти уничтожить эту одно чумное сердце. Не хотелось бы, конечно, чтобы там какое-нибудь проснулось. Хотя у нас еще просто нету такого количества оружия и навыков, чтобы с ним справиться. А здесь что? Торгую с редкими навыками. Ты чё, блин? Бросился под машину. Так, торговец нам редкими навыками, я думаю, пока тоже не нужен. У нас нету столько влияния на то, чтобы тратить
налево и направо, поэтому пока что будем со своими, с обычными навыками. Офигеть, столько бензина потратили. Даже самому не верится. Придется немножечко заправиться. Ух, да. Я сколько раз не выполнял это задание, никогда не было этой тетушки. Она там была записка, ее не было. Будет ли она это? Эй, кто-нибудь здесь? Damn, it's locked. Yeah. Это не похоже на тетушку. Так неудобно. Это лестница. Даже не думал, что он здесь лежит. Вот еще один. А здесь еще кто-то. Ага. Чисто настелся. Splinter Cell. Там еще один. Блин. Так. Где тетушка? Так, понятно. Так, и дом почему-то не облутан. Я же тут вроде все лутал. Может, просто я ничего не забрал? Найдите аварийный план тетушка Мэри доме. Ну да, сейчас записочка будет. И там что-то будет написано. Откровенная записка, написанная в спешке. Много сокращений и вереницы чисел. I found one of my aunt's prepper plans. It's in code, but if I decipher it, maybe I can figure out where she went. Ага. Так, и что? Надо типа вернуть его на базу. Так, понятно. Погнали тогда отсюда. Так, надо нам скинуть лишнее. Так, и вот сюда вот поедем. Поехали, короче. Сейчас заедем до аванпоста, скинем лишнее. И надо ехать на базу везде. Хотя можно было, может, сразу поехать. Что я хотел еще сделать, наверное. Не надо эту бумажку кому-то отдать или что? Вроде нет. Так, а тут что? Торгуют с редкими навыками. Их трое, типа, или что? Нам бы бензин отсюда забрать, назвать же гранату суется. Так, отлично. Здесь у нас осталось что-то там всего ничего. Антиквариат, библиотека, офис в деловом центре, галерея в центре. А, вот здесь вот есть, смотрите-ка, еда и материалы. Вот сюда мне надо заскочить. Так, сколько у меня там есть места? Я думаю, пару слотов-то есть.
Ну да. Я думаю, найдется. Там подлутаемся и поедем на базу. Надо нам что-то там построить. Нам нужно медицинский центр. Ой, этот... медкабинет, короче, наш. Улучшить. До второго уровня. И будет нормально. Люкс. Выжившему нужна помощь. Ну вот, задания сами приходят нам. Место под контролем. Понятно. Так, а мы правильно едем? По-моему, карту уже относительно запомнил, поэтому... Вот здесь, да? Ага. Так, а чё у вас тут так много? И вообще тут работает еще этот... Моя подстанция. Да, работает. Пускай повзрываются. Там, по-моему, кто-то из опасных был. Так, рекуны. Да, отвали ты. Взял мне дверь, оторвал, офигеть. Так, вон он там. Так, еще вот, вот же. Труп. Так, все, вот, 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 вот трупах. Надо посмотреть, что у него тут есть. Ну, блин, ну, ну пипец. Нафиг мне это надо. Топливо тут еще у нас конец-то, блин. Ну-ка. Вот так вот. Попал. Вроде бы спокойненько все. Валят машины мои. Блин, какой живучий. Мне нравится звук. Так, понятно. Ага, отлично. Так, ну давайте посмотрим, что здесь есть. Мне нужна только еда. Желательно. Пару мешочков. Было бы отлично. Такое подозрение, что ее здесь нет. Сразу давайте, давайте, давайте сюда. Бам!
Блин, сейчас он там привлечет столько внимания. Даже гниляк, по-моему, проснулся. Чат они. Так, ну вроде спокойненько все. Быстренько здесь посмотрим, пока они там возятся. Все равно они меня не найдут. Маникюрном салоне, я не знаю, коктейль Молотова, по-моему, можно найти. А. Интересно. Подлечимся. Предмет роскоши. Надо было, блин, скинуть этот листок. Не, так полный грузовик. Так, ну и чё, где вы? Ага. Короче, сейчас быстренько попробуем найти материалы и свалить отсюда. А вот и они. Может быть, еще есть? Какую книжку, может, найдем? Инструменты, например. Инструменты Дьюи. No way I can fit this. Понятно. Так, там кто-то к двери подошел, походу. Ага. No reason to keep searching here. Предмет роскоши. Тоже хорошая вещь. Так, ладно, но у меня все забито. Надо будет просто потом забежать сюда, забрать все. Мне нужен был только мешок с материалами. Так, здесь все, да? Ага. Ой, все, поехали. А, куда нам, сюда ехать? Нет же. По-моему, сюда. Так, надо задавить эту тварь. Ой-ой-ой-ой-ой. Да блин. Произошло. Так, ну чё, давай прокачаем тебя. О, так, надо что-то строить. У меня нету места. Так, давай-ка вот это быстренько чик улучшим. У меня всего 25 ресурсов, получается, влезает. А мне надо как-то это улучшить условия. Так, 10 единиц любых ресурсов подходит. Подходит. Сейчас доделают. Доделают ту работу, и можно будет... Сколько? 12 минут еще ждать, понятно. Механическая мастерская. Что же мы можем приготовить-то такого интересного? Просто чтобы немножко
потратить этих патронов. У меня что-то слишком дофига развелось. Мне нужна, получается... Вот нету их. Нету вот этого. Нету такой функции. Надо, значит, какой-то пресс под изготовление патронов. Выжившему нужна помощь. А что такое? А я же... Нейтральная. Понятно. Надо было, короче, забрать задание это. Не знаю, короче. Почему так быстро оно скинулось? Я же только вот ехал. Правильно. Почему? Ладно, давайте тогда соберем сейчас... энергетика всяких, бомбочек там туда-сюда. Так, возьмем тогда таблетки. Так, надо скинуть, кстати, лишнее. Так, коктейльчик Молотова, я думаю, пригодится. Арбалет мы возьмем. Всего 5 снарядов, это плохо. 5 стрел. Можно, конечно, другой взять. Вот этот. Почему бы нет? А можно взять просто пистолет с глушителем. Ладно, сейчас. Так. Нам не нужна вот эта штука. Лопата нам тоже не нужна. Лопаты мы разбираем. Так, коктейльчики мы берем. Дымовуху, кстати, можно взять, попробовать. Посмотрим. Возьмем дымауху на всякий случай. Так, заряды всякие. Кстати, давайте бомбы сделаем просто, да и все. Где там? Взрывчатка. Вот. Отлично. Чуть-чуть потратили. И, кстати... Может быть, нам туалет сделать? С водой можно сделать все через аванпост, чтобы вода была. И нужно прокачать садоводство. Ну, это уже ладно, следующее. Я забыл про то, что надо было прокачать, чтобы семена сажать. Что-то я совсем про это забыл. Так, что у нас тут еще есть? Полком, я смотрю, все потрачено, что ли? Возьмем еще лекарств. Таблеток. Я не думаю, что так много нам надо будет. На всякий случай, просто на всякий случай. Just in case. Фух. Поехали тогда, пока он вот еще... Что-то он... Уставший, да? А, блин, бензина нет. А я закроюсь. Давайте, мочите его, мочите. О, нормально. Стреляет в него, да? Блин. Он, конечно, глазастый. Морозука такая, она там ходит. Жить дает нормально, блин.
Так, кофеечку где мы можем взять? Вот здесь вот кофе есть. Dirty Bed Espresso. Заедем туда, заберем кофе и заедем потом сюда. И размотаем сердце. Самое то будет. Чтобы просто так серия не заканчивалась, нужно на бодрячках все это делать. И кофе нам в этом отлично поможет. А где быстрее проехать, здесь или здесь? Поедем здесь. Оба. Чё себе. Стопудово. Сейчас мы этим займемся. В одиночку, конечно, трудновато будет, но вполне реально. Вполне выполнимо. Блин, вон они идут. Там идут, и здесь идут. Офигеть. Так, мы тут, походу, застряли немножко. Давайте к этим типам заглянем. Пускай помогут нам. Заехали за кофеечком, называется. Папа. Шина теперь там стоит. Так, энергетики я один выпил зачем-то. Дергается. Блин, а так мало у меня этого стамины. Офигеть. Надо срочно кофе выпить. Я надеюсь, он здесь будет. Вообще он у меня был на базе. Можно было и... там им воспользоваться. Так, понятно. Можно было и там им воспользоваться. Вот в холодильнике стопудово. Холодненький экспрессо. А, ничего нет. Ладно. Подпитка, не питка. Я думал, все-таки он здесь будет. Заедем сейчас у ребят, спросим. Может, у них что есть. Может, что на продажу? Так, понятно. Так, кофе-то есть у вас, нет? У вас ничего нет. Бензолиус есть. Коктейльчики. Понятно, ладно, побежали.
Понятно. Все, поехали. Сейчас осторожненько нужно нам прикинуть, как там так проехать, чтобы никого не убить и сердце не пробудить случайно. Там лишний раз 25 сердец сразу же одним махом. Так, здесь у нас тоже все в чумных сердцах. Да, это плохо. Я надеюсь, они сейчас чуть-чуть поорут, тут потом уйдут. И сейчас попробуем тут разобраться, что тут происходит. Так, все. Значит, тут всего их два. А, ну тогда... В принципе, пофигу. Вообще, все залутано, блин. Ты же ничего нету. Вообще, толку здесь что-то, блин, убивать это сердце. Ну, понятно, есть смысл только и чумное сердце и вынести, чтобы с него что-нибудь получить. Так, что, они теперь там внизу будут тусоваться, да? Эх, нет. Как это получилось? Как он сюда поднялся? Вот это да, вот это баги. Улучшенный медпункт 2 выполнено. Отлично, отлично. Нам бы... Что еще? Вот это лучше, да? Да, 10 единиц любых ресурсов. Хотя, по-моему, даже пока не надо. У меня столько еще не копится. Что бы я хотел еще построить? Кровати нет. Это уже есть. Есть. Из большого... Типа казарму, что ли, построить, а внутри вот эти все снести. А чего я вместо них буду строить? Не знаю. Патронов в день, вот, например, можно. Давайте построим вторую. Улучшим. До второго уровня. И пускай там два человека тусуются. По-моему, идеальный вариант на данный момент. Так, а я тут, короче, застрял немножко. Будем думать, как спуститься. Они там возле тачки моей трутся. Так, и вроде как у меня всего 6 выстрелов, да? Ага. Темнота еще такая. Так. Ну, в сарайчике относительно легко будет. Мы будем бегать. Можно еще, по-моему, даже на второй этаж там подняться. Или нет, он там, в здании. А, нет, он дальше. Я что-то уже ту губу раскатал. Так, ну что, они ушли, нет? Так, отлично. Чуть-чуть отогнал. Ага. Так, это два. Ой. Так. Это три. Это четыре, да? Блин. Это последний выстрел. That's it for my ammo. Да.
Так, отлично. Я думаю, сейчас дадим вперед, выедем на поле, и там будет видно. Целая армия. Я бы не хотел с ними сейчас связываться. Они же там прибегут потом туда. Да тут они везде, блин. Короче, пофигу. Залетаем, вот я вижу чумное сердце. Okay, and for a close encounter. Отлично. Где машина-то моя? Офигеть. Это было, короче, сложновато чуть-чуть. Нормально. Но задание выполнено. Че, надо поговорить с ним, да? Я надеюсь, он мне что-нибудь даст ценного. Фу, опять, наверное, там тыкал в эти кнопки все, да? Все слышно было. Громко. Такой джойстик. Джойстик такой. Самый дорогой. Ай-яй-яй. Я сюда зайду. Блин. Ай. Да, блин, че вы стоите-то? Офигеть. Были рады помочь. 100? И все? How are you? I'm looking to do some trading. Okay. И все, он только сотню мне заплатил. Пипец. Ну вы даете. Так, ладно. Поехали на базу. Пора подлечиться чуть-чуть. Ну, можно, кстати, посреднику заехать за карабином.
вообще мне бы заехать там посмотреть, что выпало. Что, я зря уничтожал, что ли, там все? Какой-нибудь мешочек бы мне не помешал вообще. Я же заслужил. Какой-нибудь энергетичек. Сил нету, короче, чтобы этот раскидывать. Так, дом, я так понял, уже залутанный, тут ничего нету. Ну, материалы. Heavy. Не heavy, а нести придется. Пистолет забрать, да? Таблетки забрать. Здесь тоже не могу. Ну, опять же, бомбочки взял, но не воспользовался. Типа коктейльчики вот нормально залетают. Вообще ништяк. Дымоуха вроде как-то отработала себя. Не знаю, кстати. Вроде они меня не видели, как будто бы. Как будто бы. Так, чумные образцы. Надо, кстати, выйти там посмотреть с другой стороны. Ай, блин. В окно меня спалил. Вот они, блин, глазастые, а? Морозоты. Давай. Иди сюда. Сейчас посмотрим. Тут просто, может быть, какая-нибудь собака еще будет. Это что такое? Нету, короче, да, образцов. Здесь столько зомбиков. Я сжег. Жалко. Блин. Так, ну все, да, поехали. Обратно домой. И я не вижу больше пока что ничего по заданию. Так, отлично. Ну, значит... Я думаю, да, надо каждый раз убивать эти чумные сердца и просто потом идти лутаться. Как бы. Чё ждать? Пока они там разрастутся, ну, конечно, можно какое-нибудь одно сердце оставить, я не знаю, типа, чтобы оно постоянно отправляло этих своих чудиков, чтобы они вокруг тебя, блин, осады устраивали и все такое, а потом убиваешь, и типа с них падало бы лут, чтобы падал. Как бы бонусы всякие, тоже приятненько. Вот, а так, в принципе... Наверное, лучше просто все зачистить и перебраться уже в другую карту. Блин. Еще одна. Оп. И я в домике. Все, отлично. Забегаем, сейчас мы ему пистолетик какой-нибудь дадим. Что тут есть? Ну, ничего особенного, поэтому этот автоматик пускай берет. Все, ништяк. И дадим ему меч. С мечом. Блин, прикольно, конечно. Меч, как у этого. У Геральда, да? Похож чуть-чуть. Ну, а ничего такой красивый. Блин, прикольно.
Вот, а на этом, ребят, мы эту серию будем заканчивать. Продолжим уже, естественно, следующий наше прохождение. По плану у нас что? Ну, вот это чумное сердце развалим. Здесь ничего толком нету. Можно вот загон для скота что-то тут посмотреть. Тут ничего нету. Посмотрим, что здесь. А возможно, я бы занялся вот этой территорией. Запрыгнул бы сюда, короче, здесь замочим и посмотрим здесь, что вообще происходит с чумными сердцами, сколько их штук. Здесь, к сожалению, сейчас еще ничего не разведано, ничего не понятно. Так. Так себе пока что сообщество. Мне многие, конечно, устраивают. Бонус. Боевой дух плюс 3. Какой бонус у меня у этой? Бонус дает команду прибодрения по рации. Это нафиг еще ни разу не пользовался. Хотя, может, надо было. О, смотрите, бонус работает. Ну-ка. Сколько еды теперь тратится? 3. О-о-о. Было, по-моему, минус 6. Два раза меньше стало. Потребление пищи. Было 12, стало 9. Значит, все-таки 25%. А как сделать, чтобы было больше? Никак. Ну, в принципе, вообще нормальная тема. У этой что дает? Мне ничего нету. Это тоже ничего нету. А, или, наверное, сначала нужно до гражданина докачать, а потом будет видно, да? Понятно. Так, боевой дух плюс 3. Тоже хорошо. Ну, посмотрим. Надо будет каждого прокачать. Вот этого, наверное, будем качать в следующей серии. Возьмем ему... что там? Садоводство. Будем огурцы сажать. Ну, этих девчуль. 5B, да. Прокачаем. Я думал, может быть, на строителя переключиться. Вот на этого. Как раз он строитель у нас. Награды за положение. Наличие построек с проектом повышает. Проектором повышает боевой дух. Проектор какой-то нужен. Понятно. Ладно, все. Надо всех, кстати, еще одеть. Спасибо, что смотрели до конца. Увидимся в следующей серии. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. На этом все. Пока-пока.